начала Нового года сотрудниками уголовного розыска зарегистрировано 35 заявлений от балаковцев, которые стали жертвами мошенников. Доверчивые граждане без колебаний сообщают посторонним лицам свои личные данные, реквизиты банковской карты и коды, приходящие по СМС. Схемы мошенничества остаются неизменными. Граждане при продаже имущества на сайте бесплатных объявлений получают звонки от потенциальных покупателей, где покупатели путем обмана и злоупотребления доверия граждан выманивают у них персональную информацию о их банковских картах и банковских счетах, после чего с банковских карт потерпевших пропадают все имеющиеся на них денежные средства. По словам сотрудников правопорядка, в России появился новый вид мошенничества – интернет-биржа. Пострадавшие есть и среди наших земляков. Схема данных мошеннических действий заключается в следующем, что злоумышленники, используя IP-телефонию, звонят на телефоны граждан. У них на дисплее высвечиваются номера телефонов иностранных государств, в основном как Лондон, Сингапур, либо Кипр. И под предлогом заработка на интернет-бирже выманивают у граждан крупные суммы денег. Данные суммы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Данный вид мошенничества является очень сложным к изобличению. Еще один вид обмана – покупки в интернет-магазинах. В погоне за недорогими товарами покупатели забывают удостовериться в безопасности личных денег и попадают в ловушку. Бывают случаи таких же мошенничеств, когда граждане что-то либо покупают на сайте бесплатных объявлений, а также в интернет-магазинах, отправляют денежные средства, а интернет-магазин либо потенциальный продавец имущество не высылает. Правоохранительные органы призывают балаковцев быть более бдительными и никому не сообщать личные данные по телефону или любым другим способом. Необходимо помнить простые правила. Никому нельзя сообщать персональные данные своих банковских карт. Чтобы получить какой-либо денежный перевод, необходимо только 16 цифр, расположенных на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не пользоваться банковскими терминалами и не подключать услугу мобильный банк на номер, который диктуют злоумышленники. И также будьте предельно бдительными, если вам поступает очень заманчивое предложение о дополнительных заработках в интернете. Если вы стали жертвой интернет-мошенников, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть полиции по телефону 44 43 10 либо 02.